Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» встретились с руководителями общероссийской общественной организации содействия развитию патриотического законопослушного общества «Офицеры России». Общественники поделились информацией о своей работе и продемонстрировали окопные свечи, мини-печки, металлические кошки и прочие приспособления, так необходимые нашим ребятам в зоне СВО. Партийцы поблагодарили ветеранов за гуманитарную помощь для наших бойцов. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Старшее поколение». Поколение.